Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я очень буду признателен, если это видео распространите в соцсетях, многим принесет пользу. По многочисленным просьбам моих подписчиков и моих друзей по взаимной подписке, мне попросили очень, чтобы я подробно рассказал про препарат Эйфория и как обрабатываем картофель. В общем, полностью подробно. Хочу вам сразу сказать вкратце, что благодаря моему знакомому, у которого фермерское хозяйство, он борьбу вел много лет разными препаратами, так как он много сажает картофеля. И вот он препарат этот подсказал. Вначале он в стране у нас возился в 5-литровых емкостях. Сейчас уже разные емкости попадаются. Аналогов ему нет. Это Эйфория. В общем, теперь начну. Все по порядку. В общем, на одну сотку 1,5 миллилитра Эйфория размешивается на 5 литров воды. Обработка, в общем. В общем, получается, что паралич у насекомых получается через несколько минут после того, как попадая вещество им, по ботве они пролезут, в общем, парализует их. Вещество очень токсичное, но именно токсично к насекомым. Также предельно осторожно надо после, в общем, обработки, в общем, после обработки вообще не рекомендуется 30 дней убирать урожай. Это по-любому. В общем, допускается всего одно опрыскивание за сезон, но оно эффективное. Некоторые люди в комментариях, я неоднократно видео уже снимал, говорили, ну вот, токсичное, там, яд, все это смертельно опасно. Вы знаете, на рынке продают столько токсичной картофеля. Вы не знаете, чем его обрабатывали. Все оно на витрине, все красивое. Но здесь этот препарат, в действительности, соблюдая меры осторожности, обработаете не раньше, чем через 30 дней уборка картофеля, и вам обеспечена безопасность, в общем. Подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Всем удачи и всем пока.